Девочки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет видео обо всем понемногу. И начинаю я с центральной улицы города Пальма-де-Майорка. Это Испания, остров Майорка. У нас еще лето, несмотря на то, что были дожди и было немного прохладно, но сейчас уже тепло. Солнце, как вы видите, люди гуляют в майках, в шортах, туристы еще ходят. И лето продолжается. Это улицы, где расположены все магазины. Здесь вы можете найти все. Красивые здания. Massimo Dutti, к примеру, и Zara взяли себе красивые архитектурные здания. И внутри тоже очень красиво все. Показываю немного и вам. И, конечно же, хочу еще показать магазин H&M. Мы давно не были в нем, и сразу у входа, видите, встречают нас манекены, на них такое черно-белое все, но видно, что люди тоже готовятся к школе. Красивые наряды, красивые тоже платья интересные из шифона. Есть у H&M что-то красивое, на что стоит обращать свое внимание, а есть и вещи из полиэстера, не очень качественные. Магазин двухэтажный, на втором этаже я увидела, что есть много чего для дома. Раньше в H&M были только вещи, а сейчас есть и что-то красивое для дома. Мы еще посмотрим, но я увидела этот кардиган, и он мне напомнил Massimo Dutti. Очень модные такие кардиганы, здесь он стоит 50 евро, правда и качество соответствует. По сравнению с Massimo Dutti, они доходят до 100 евро где-то, но там и качество получше. Многие есть здесь, много жакетов из твида. Красивые, симпатичные, прям костюмами. Жакет с юбкой, такой молочный цвет. Есть красивые варианты. Можно себе что-то, конечно же, найти и интересного, красивого. Вот и декор для дома, наволочки для подушек, видите, такие уже осенние цвета. Но наволочки, скажу я вам, не дешевые в H&M. Есть еще и со скидкой. Я нашла, это прошлогодний, новогодняя коллекция, мне кажется. Там уже со скидкой идут, но они в красном цвете. Покажу, конечно же, вам. Это тоже наволочка интересная, такая домашняя, уютная. Но видно, что уже осенние цвета преобладают. Есть разные вазочки. Но посуды, если честно, не очень много, но что-то можно найти, если вы любитель таких магазинов, как H&M, Home, Zara Home. И я лично в Zara Home не была очень давно и вам тоже не снимала, не знаю почему. Больше мне нравится ассортимент в El Corte Inglés, там и цены тоже нормальные, и ассортимент, мне кажется, что больше. Вот эти наволочки со скидкой. Стоят они 10 евро. До этого они стоили 15 евро. И скатерть тоже есть в красном цвете. Но это все новогодние остатки из прошлого года. Много фиолетового я заметила. Видите, и здесь в H&M тоже. И в вещах тоже много этого цвета. Вот, к примеру, Purificación Garcia. Сумочки такие осенние. Но вы видите, что есть и фиолетовый цвет. Показываю себя и свою сумку, потому что она тоже от этого бренда, от Purificación Garcia. Это кожа, это испанский бренд. И, кстати, у них на сумки не бывают скидки, только на одежду. Мне понравилась вот эта сумка. Такой красивый цвет, хаки. Желтая, тоже осенняя. И черная сумка, конечно же. Видите, фиолетовая футболка, белая, красивая рубашка. Сандро, заметьте, черный и фиолетовый тоже есть.
У Сандро, как всегда, это узнаваемый уже у них стиль, такие жакеты. Они немного укороченные, тоже очень модные. Мне кажется, что они похожи немного и на Массимо Дутти, на эти жакеты. Если вы смотрите девочек в Инстаграме, то почти у каждой можно увидеть такой жакет, кардиган, как еще его можно назвать. Красивый фиолетовый цвет, много черного у Сандро. И, как вы знаете, это французский бренд, не дешевый, если честно. Здесь цены от 100 евро и выше. Цены выше, чем у Массимо Дутти. Но качество тоже хорошее, красивые модели. На школу, в университет здесь точно вы что-то найдете в этом стиле. Хотела еще показать обувь. Вот так кто-то мерил и так оставил. Тоже есть уже осенняя обувь. И полусапожечки, кроссовки, кеды. Это тоже присутствует. Лоферы, конечно же, куда без них. Красивые тоже осенние цвета. Есть и белый, черный. Это классика. Обувь красивая, нарядная есть. Это тоже испанский бренд. Посмотрите, разные цвета, разные модели. Мне они понравились. Они выглядят ярко, интересно. И даже, я бы сказала, необычно. Есть еще и летняя обувь, она уже со скидкой. Приличные уже скидки в минус 50, минус 60 и даже в минус 70%. Минус 70 это больше на одежду для женщин постарше, от 60 и выше. И там большие размеры, на это все минус 70% скидка. Показываю вам разные марки обуви, это все испанские бренды, и это все натуральная кожа. Видите, что обувь, туфли стоят от 100 евро и выше. Классные цветовые решения, вроде бы классика, белое и черное, но каблук уже такой другого цвета, тоже красиво смотрится. Есть и вот такие синие туфли под джинсы, под классические брюки, будут смотреться отлично. Разные ботильончики, видите, на маленьком каблучке. Можно найти что-то для себя красивое, элегантное, и чтобы вам было удобно целый день ходить вот на таком каблучке, в такой обуви. Кожаная обувь – это всегда хорошо для ноги, это всегда удобно. Еще сняла для вас тоже такой уже осенние луки, это Ralph Lauren. У них всегда такая классика, жакет тоже немало стоит, 279 евро. Конечно же, вещи от этих брендов можно найти и в других магазинах, можно найти и в аутлете по другой совсем цене, но это будет другая коллекция, не этого года, а прошлогодняя, даже позапрошлогодней. Но ничего страшного, там тоже можно найти что-то классическое в стиле этих брендов, и даже не различишь, какая это коллекция. Сумочки напоследок, тоже испанский бренд, уже со скидкой. Интересные вещи. Такое видео у меня сегодня получилось. Надеюсь, оно вам понравилось. До новых встреч, новых видео. Пока-пока.